Итак, я снова с вами в 6 часов вечера, а это значит, настало время жеребьевки ТОВ Рикошета. Еще у меня будет жеребьевка ТОВ Dream Team, еще будет жеребьевка ТОВ Молота и жеребьевка Тандема. Я надеюсь, ну еще какие-то, ладно, будут жеребьевки, чего ж я там мелочусь. А в общем, я не буду затягивать, буду сразу жеребрировать. Так, ладно. Первый у нас Зевсова сила. Идет он сразу под номер один. Ой, хочу Зевсовой силы покатать. Да, я же тут тоже есть, поэтому мне себя тоже надо кинуть нормально, чтобы не играть сразу с каким-то жестким Алафи Затлавсом. Или Семеновичем. Или. Так, ладно, надо убрать сначала Зевсову силу отсюда. О, против Белейки бы попался с удовольствием. Поиграл бы. Так, далее. Ой, тихо, нет. Надо вот отсюда. Далее, ММА против Зевсовой силы. Вот такое. Кому хорошо, кому не очень. Так, ну, собственно, схема стандартная. Я по одному буду закидывать сетку и на этом сделаю 1/16 финал. Ну и дальше вы там будете играть, как и я, собственно, уже 18-го. Завтра первый бой. Семенович, оп, сразу Стасон у меня уходит в сетку. Кого я дам Семеновичу, мы сейчас узнаем. Так, Семеновича мы вот отсюда удаляем. И смотрим, кто достанется ему в противнике. Легенда 505. Не знаю, кто это. А, Рикошет еще есть, точно. Рикошет есть, который очень хорошо играет. Интересно, кто достанется для него. Я бы не хотел себе противника Рикошета. Где легенда 505? А вот он. Прошлая жеребьевка у меня заняла 18 минут, насколько я помню. Я надеюсь, сейчас сделаю все побыстрее. Дальше у меня рикошет, кстати. Кстати. Это значит, в теории он может с Семеновичем встретиться в 1/4 уже. Какая заруба будет интересная. Ну, если, конечно, рикошет, и сейчас какой-нибудь Алафи Затлавс не попадется. Тогда будет интрига. Или адвокат. А точно, еще адвокат есть. Кошмар вообще. Но есть также очень много ников, которых я вижу впервые. А, и бабах! Белека против рикошета. Жестко. Ну, Белека против рикошета тоже, наверное, интересно. Для кого как, конечно. Вкусы на любителя. Будет обидно, если я ни одной жесткой какой-то жесткий парень не создам. Типа адвокат против Алафи Затлавса или Форс против Алафи Затлавса или я не знаю, кто тут еще умеет играть на рикошете. Форс против... Не знаю. В общем, вообще, честно, на мой субъективный взгляд, самая сильная сетка у нас на Рик. Наверное, потому что я многих не знаю, и многих не знаю, как кто играет. Есть много новых ников, например, Lord GT, Wimpel, Clement, Winner of Armenia, Злой Google, Control, Николай, Андрей, вот этот вот Андрей, ну, в общем, вы поняли, Александр еще этот. И X-Lunar, и Алимон, я этих людей впервые вижу на самом-то деле. Поэтому... Форс против Вымпела. Я, как всегда, почему-то вверх очень жестко выходит. Ну, хотя для Форса не так сильно выходит. Ну, вот Семенович в 1/4 против Рикошета. Теперь надо выбрать, против кого Форс будет играть. В 1/4 или в 1/2. Так, где форс наш? Вот он. А так в целом... А, Мэфэт из Вора, вот я знаю, но я не знаю. Он, конечно, часто играет, но я не знаю, как он играет. Александр 1995 против форса.
Любопытно. А нет, стоп. Форс против Вымпела. Александр 1995 сейчас узнает своего противника. Ой, вот бы меня, короче, на Александре 1992. Мне просто, во-первых, интересно, как он играет, а во-вторых, может, я его смогу выиграть. Но, правда, потом на форсе не хочется попадаться. Но когда-нибудь, где-нибудь я его... А, нет, Ice Storm. Макс. Второй Макс уходит. И в итоге Форс будет, наверное, против Ice Storm играть в 1-4. Ой, в 1-8. Да, в 1-8. Не знаю, может, мои предсказания не сбудутся, но... И может, кстати, Александр реально хорошо играет. Поэтому будем смотреть. Но это, в принципе, равная встреча будет. Я особо не уверен, что и тот очень сильно... Ну, они средненькие игроки, поэтому, я думаю, будет интересная игра между ними. Главное, чтобы игра была. И оба игрока пришли на нее. Так, бам! Итак, новый жребий. Николай у нас уходит под посев 11. Бам. Тоже достанется Николаю. Я бы хотел достаться Николаю тоже. Может, мне хоть раз повезет? Дайте мне Николая, пожалуйста. И Алимон. Тоже, кстати, достаточно ровная встреча должна быть. Я бы не сказал, что это супер какие-то жесткие игроки, которые фавориты этого рикошета, среднички, поэтому должна быть упорная борьба. Но пока я ни одной жесткой не сделал. Вот вообще ни одной. Поэтому... Есть только Белек против рикошета, да, вроде? Белек и рикошет, не знаю. Я думаю, что рикошет сильнее. Контрол я достаю из корзины. Уходит он под номер 13. Бам. Тоже не знаю, как этот игрок играет. Еще есть Риасон. Какой-то. Не знаю, кто это. Так, кто достанется контролу? Бум! Crazy Boy! Это не тот Crazy Boy, это через точку Crazy Boy. Тоже не знаю, как он играет на рикошете. И старый ник его не помню. Сколько новых ников, кошмар какой. Еще много, кстати, жестких игроков несеянных. Типа Алафазат Лавса, Мистера Ваньки, Макса еще тут есть. Адвокат. Это ужас какой-то. Блин, мне, если я попаду на них, это будет очень печально. Ладно. Бам! Злой Гугл. Можно я против злого Гугла, пожалуйста, дерусь? А не против Ваньки, к примеру. Давай, все, достаю себя. Готовьте. Все, себя достаю. Хватит. Это, я готов против злого Гугла сыграть. Наверное. И если злой Гугл жесткий, тогда я не готов. Но я не знаю. Поэтому бабах. Климент. Да что ж мне так нельзя. Почему я такие ровные пары делаю? Ну хватит. Остановись, Ваня. Но я ровно половину теперь расфигачил. Верхняя сетка у нас, это означает, что готово. Ну, можем прикинуть, кто куда тут пойдет. Вверх. Вот тут вот в 1-4, конечно, солидный. Тут получается... И вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Тут получается в 1-4. А, это в 1-8 рикошет против Форса. Тут Семенович. Ну, рикошет против Форса. Это лютая встреча будет в 1-8, а потом им еще против Семеновича их фигачить. А тут получилось вообще ровно. Низ верхней сетки. Это вообще жесть какая-то, типа. Я абсолютно не знаю, кто тут выйдет в полуфинал, но кто-то из этих игроков уже окажется там. Ну, рука у меня, конечно, что надо. Климент. Я тебе просто... Вот если, Климент, ты умеешь играть жестко на рикошете, то ты просто в полуфинале уже. Возможно. Знаю, как так вышло. Я хотел себя туда закинуть. Дархоп. Ну ладно, начну низ делать. Стадия 1.16. Начиная с Дархопа.
Нет никакого у меня желания попадать на этого парня. Я его знаю, он очень много играет там всяких наркобоев. Это, возможно, означает, что он хорошо умеет играть на рикошете. Бам. И Love is a Slavs против Дархопа. Ну, это нормально. Но опять же, никакой супер интриги, наверное, нет. Есть. В основном я делаю первую в 1/16 так, что есть темная лошадка. И второй супер фаворит. Ну, не считая. Ну, там есть, да, 4 пары равные. В принципе, может, если что, будет оттуда взять бой какой-то и показать, типа. Но по факту. Ко мне сетка не такая жесткая. Во, ложе Т. Попадает под посев 19. Вообще, я ложит. Это, ну не знаю, в общем, какой ник читается. Может, и ложка или лорд. Поэтому прости меня. Так, кто тебе достанется? Бабах. Самфинг 22. Кстати, вот Самфинга я зря забыл, потому что Самфинг тоже очень хороший рейковод. Ну как очень хороший? Он выше среднего играет на рикошете, это я точно помню. А, хоть его в клане Легионов Кинг почему-то садит постоянно на Изиду, но Самфинг действительно на рикошете хорош. Белека, если ты меня смотришь, прекращайте это делать. Итак, и адвокат. Вот так вот. Сразу адвоката я пускаю в бой. А, в теории. Если адвокату сейчас не достанется какой-то мистер Ванька, то в одной, второй с Алафзатлавсом он может встретиться. Это будет хороший бой. Себя до сих пор еще не кинул. Но я бы не хотел себя сейчас доставать куда-то в верхнюю часть нижней сетки, потому что это сразу слив. X-Lunar против Адва. Ну и хорошо, что не я. X-Lunar. Бам. Удаляю. И поднимаю. Хватает. Тут еще мистер Ванька есть. My Fate is War, который умеет играть на рикошете. Рафаэла вообще без понятия. Но Рафаэла вроде тоже умеет. Кошак вне закона. Не знаю, насколько он умеет на рике играть. Бабах. My Fate is War. Так. Я на него, надеюсь, тоже не попаду. Я хочу себе сетку полегче, хоть до 1/4 дойти или до 1/8, я буду рад. Кто же достанется My Fate is War? Удаляю. И интрига. Бам! Риасон. Я честно не знаю, кто это. Ну и вот мы сделали верх. Это получается. Ну, если так посмотреть, то адвокат должен с Алафи за Атлавсом в 1/2 играть. Но это не точно. Ой, в 1/4, простите, да, в 1/4, да? Да, в 1/4, в 1/2. Я залипаю просто. Мне отсюда надо убрать Риасона. И Рисона. Рисон это, наверное. Рисон, да. Я профи в английском, читаю по буквам. Так, бам! Этот ник. Я вообще не могу разобрать, когда он маленькими буквами. Когда он большими буквами этот ник написан, его еще можно понять. Маленькими я не могу. Но я помню, он какой-то простой. Кто же достанется тому нику в противнике? Сейчас узнаем. И. Мистер Ванька. 1, 2, 3. Уходит у нас. Ну, для мистера Ваньки это вообще. Ну, вот если даже так вот чисто посмотреть. А Максон есть еще. Как я мог забыть про него? Блин. Ладно, не буду шутить над Максом. Макс хороший. Да, Максон. Сейчас ты в любом случае когда-нибудь встретишься с мистером Ванькой. А, ну я понял. Я понял, да. Нет, это не я. Я не буду же против него играть. Нет, я против мистера Ваньки не буду, благо, играть.
Окей, ладно, все. Я записываю себя под строчку 27. В случае победы пойду против мистера Ваньки играть в 1/8. Спасибо. Отлично. Да, сейчас мне Максена достать, чтобы в идеале все было совсем. И нормально все будет, да, Макса? А, нет, кошак вне закона. Окей, я понял. Ну, в целом, я не знаю, кошак, если ты задрот на рикошете, если ты перестал играть на реле, то тебе повезло. Ладно, убирай отсюда кошака, иди отсюда. В любом случае, братан, в любом случае мы с тобой сольем в 1/8 Ваньки, поэтому, ну, не суть важно, реально. Так, осталось 4 игрока буквально. Пах! Моряна я достаю. Моряна кидаю под номер 29. Ой. Что-то так сразу нехорошо стало. Ладно. Кто же пойдет к Моряну? Ну, я думаю, Морян хотел бы Винеров в Армению. Потому что из этих троих игроков я не знаю только его. Да, и Винеров в Армении отправится к Моряну. Ну, а Максе будет играть с Рафаэлом. Синерджи против Перцев, Тим Пантерс против Перцев, не знаю. А осталось только определить, кто будет хозяином в этом замечательном противостоянии, а кто будет гостем. Копирую я их и бабах. Максе будет хозяином. Максе будет сверху. Не знаю, как там будет в битве, кто будет сверху, кто снизу, но как минимум в сетке будет так. И Рафаэла последнего я досеиваю. Под номер 32. Бам. И сетка готова таким образом. Сейчас я вам еще раз покажу все пары. Ой. Зевс Сила ММА, Семенович Легенда, Рикошет Белека, Вымпел Форс, Александр 1992, Шторм, Николай Айлемон, Control Crazy Boys, Лагугл Климент, Дархоп, Love is at Loves, Logit Something 22, Адвокат X-Lunar, где-то, ну, знакомый ник, правда. My Fate is War, Risen, Андрей или, в общем, неважно, против мистера Ваньки, Сотников Ваня, Кошак вне закона, Мариан Винеров Армения, Максе Рафаэлло. Ну вот, я бы сказал, что моя рука слишком поиздевалась вот над этой частью, там, где Форс Рикошет вот тут, и потом еще у них Семенович. И этим, вот этим, вот этим, сколько тут, 8 ребятам, моя рука дала просто белый билет в 1/2 финала, потому что тут вот в этой восьмерке может любой сюда выйти. Это уже неплохие призовые. Ну, а на этом, я так понимаю, скорее всего, все. А, стойте, дайте посмотрю, хоть против кого я буду играть. 14 против проигравшего 13, правильно? А, ну, проигравший 26. Кто там? А, ну, я понял. Ну, в общем, судя по всему, я вот до сюда доживаю и дальше как бы все. Но это не важно. Главное, что сетка честная, абсолютно. И я с вами буду прощаться. Сегодня бой, который вы так хотели, чизбургер против Номада на 20:00. И если мы еще найдем какой-то бофт у Грома на 21:00, то тоже обязательно покажем. Если кто хочет переноса, то пишите тикеты. До скорых встреч. Выключайте меня. Давайте.